Добрый день! Сегодня у нас новое видео. Мы увидим 4-комнатную квартиру с 2 балконами в центре города Хариша. Сегодня у нас 5 уже июня 2017 года. Сейчас мы поднимемся по лестнице, пока еще не работают лифты. Дом только-только-то сдали, люди получили ключи, въезжают первые жильцы. Из-за этого пока мы поднимаемся по лестнице. Но в течение недели-двух лифт пустят. Вот сейчас вы видите, сейчас потихоньку все это... Сейчас мы зайдем в квартиру. Все будет готово. Значит, 4-комнатная квартира, комната родителей, как родительская комната у нас называется, она отдельно. Идет она вместе с душем. Сейчас посмотрим, есть тут свет или нет. Нет, электричества нету еще. Пока. То есть, вот такая хорошая квартирка, комнатка. Вот центральный вид на центральную улицу. Вот так находится рядом Купат Халим 2, Лолит и Макаби. Сейчас мы выйдем на балкон, посмотрим квартиру полностью. Значит, в каждой квартире вот тут немножко беспорядок технически, видно, меняются. Квартира, когда будет уже, жильцы будут получать ключи, кто будет жить, тут они получат все в полном порядке. Опять повторяю, в этом городе, в Харише, в каждой квартире стоит кондиционер. Хозяева ставят кондиционеры в каждую комнату. Также тут стоит, вот вы видите, электрический бойлер, и также есть солнечный бойлер. Это балкон Шерут, технический балкон. Вот тут можно повесить вещи после стирки. Это ванная комната. Вот вы видите подводку под кондиционер. Когда будет мозган, то этого всего не будет. В каждом туалете есть вентилятор. Кроме окна, есть еще вентилятор. Это комната безопасности. Вот. Значит, тут везде есть проводка под телевизор, под телефон, телевизор. Окно с решеткой. И детская комната, так называемая. Значит, в этой квартире, что особенно, в детской комнате есть еще свой балкон. То есть это квартира с 2 балконами. Берем балкон не маленький, а вы видите большой, огромный. Большой, огромный балкон. И отсюда виден весь город. Это центральная улица. Тут видно, какие большие балконы на других квартирах есть. То есть можно квартиры снять и с большими балконами. Вот так. А там мы видим школу. Вот отсюда видно школу. Новая школа, которую построили несколько месяцев назад. Ее открыли 10 февраля этого года. 2017 года, вот школа, совершенно новая школа, трехэтажная, находится не очень далеко от этого дома. Кого интересует именно средняя школа, вот она есть. И также мы сейчас пройдем на второй балкон, который выходит из салона.
Вот это балкон. Большой такой немаленький балкончик, которого видно как один въезд, так и второй въезд. Где находится в данный момент, там открываются магазины. Супер. Это пока тут находится супер. Вон там почта и супер. Вот там, где вы видите. Вот там. Это суперу 20 лет. Сейчас открывается новый. Вот сегодня я вам хотел рассказать про такую квартиру, которая стоит 2600 шекелей на сегодняшний день. И такая квартира продается, если кто-то хочет купить, за 1 100 000. Всем до свидания, до новых встреч. Наши телефоны 05353-26563. Компания «Экохаус». До свидания.